завершает работу Государственной Думы, готовится уйти на каникулы. Сегодня в «Правде Советской России» опубликован мой материал «Итоги работы Федерального собрания и правительства за последний год». Я хотел, чтобы вы внимательно знакомились с этими материалами, они размещены и на наших сайтах. Главный вывод не в отдельных частностях, кое в чем удалось приблизиться к тем решениям, которые мы закладывали в программу, но главный вывод состоит в том, что за последний год ситуация социально-экономическая только усугубилась. Те показатели, которые президент сформулировал в своем послании и указах, не выполняются по всем главным статьям. На мой взгляд, надо делать серьезную корректировку этого курса, честно признать, что мы проваливаем задачу войти в пятерку самых мощных экономических государств. Еще хуже состоит обстановка с прорывом в новых технологиях, и бедность только нарастает, а не сокращается. На этом фоне готовится очередная выборная кампания. Я считаю, что у людей есть один из последних шансов бюллетенем исправить ситуацию. В противном случае социальный взрыв назревает, и он почти неизбежен. Наша точка зрения заключается прежде всего в том, что надо особое внимание уделить тем регионам, где обстановка резко обострилась. Она обострилась на фоне, в том числе, и природных катаклизмов. Мы в Думе провели крупные слушания о пятилетке Левченко. Иркутская область по темпам развития вошла в десятку самых энергичных и успешных. Темпы развития производства в два раза опережают мировые и показывали пример, как можно решать эти вопросы в базовых отраслях, включая и лесной комплекс. Почти 300 организаций черных лесорубов было поставлено на учет. Из 1,5 миллиардов, которые они раньше платили налогов, сумма выросла до 10 миллиардов. Вот эти 8 дополнительных миллиардов рублей, которые раньше доставались жулью, ворам и их покровителям, они заставили их возбудить целый ряд уголовных дел и идти в мощную атаку на руководство области после огромного наводнения, которое случилось в основном по природным соображениям. Я настаивал на том, чтобы мы сформировали мощную комиссию, чтобы выехали, сообща все фракции, чтобы оказывали реальную помощь области. Хочу поблагодарить президента. Он дважды уже за эти недели побывал в Иркутской области, сформировал правительственную комиссию, высказал вполне законные замечания и нарекания, но надо в суть этой проблемы вникнуть для того, чтобы катастрофа не повторилась. У нас было аналогичное происшествие в Амурской области и в Хабаровском крае. Нечто похожее было в Краснодарске, когда Крымск почти смыло. Наши депутаты там сутками сидели, принимали граждан, готовили записку и настаивали на принятие комплексных решений. Мы считаем, что одно из самых главных решений связано с системой управления и борьбы с такого рода катастрофами. Ведь они случились не только потому, что шли обильные дожди, а сейчас всем становится очевидно, что лес, вырубленный и в Иркутской области, и в предгорьях Саянах, который наполовину задерживал стоки воды, сегодня этого леса нет, и вода обваливается огромными волнами, сметает целый населенный пункт. Ведь до этого в 80-м и 84-м году вода там поднималась не выше 10-метрового ординара. В этот раз волна шла 14-метровая. Она на 2 метра превысила дамбу и смела почти 100 населенных пунктов. Сейчас мы посчитали, разобрались по каждому строению. 3500 строений не подлежат вообще восстановлению. 500 смыло, остались одни фундаменты. 5620 объектов требуют капитального ремонта. В целом почти 10 тысяч объектов на огромной территории. Чтобы решить эту задачу, надо прежде всего назначить в руководстве правительства первого зама, который на будущее будет координировать борьбу с такого рода стихийным бедствием. Сейчас Суланов сидит как первый зам, в основном держит казну и старается как меньше дать денег на регионы, они все дальше погружаются в долги. В советское время было два первых зама. Один из первых занимался стройкой,
имел возможность привлечь для ликвидации такого рода аварий и крупнейших строек кого угодно. 8 было вертикально интегрировано крупных строительных компаний. В одном разе строя работало 106 тысяч человек. Он мог приехать и ликвидировать такого рода последствия в течение 3-4 недель. Сейчас ставится задача в сентябре решить все эти проблемы. Любой, кто занимался стройкой, прекрасно понимает, что задача нерешаема. Отсюда надо расписать помощь в ликвидации последствий этой катастрофы всем регионам России. В свое время Москва помогала восстанавливать Ташкент и Ашхабад. Москва строила целые города на Баме. Это касается Ленинграда, касается Минска, практически всех крупных промышленных центров. Мы считаем, для ликвидации этой аварии надо дать необходимые поручения такого рода центрам и подключить к этому лучшие строительные подразделения. Одновременно восстановить спецстрой. Раньше спецстрой работало 500 тысяч. Они Байконур построили за 2 года. Они построили все ракетные базы и шахты. Они имели свои институты, школы, механизированные колонны и талантливых людей, кто умел работать в чрезвычайных условиях. Сегодня мы не видим ни на одной аварии, и даже на космодроме Восточный, чтобы применялись такие комплексные методы строительства и борьбы с техногенными и природными катастрофами. Эта задача требует от правительства принципиально иного управления и решения. Я такую записку готовлю президенту, и при встрече с руководством правительства хотел бы изложить, что и каким образом можно сделать для того, чтобы, первое, не повторялись такие катастрофы, и второе, чтобы они эффективно и быстро ликвидировались. Конечно, можно найти стрелочника в сентябре месяце, но это не подход к решению проблем, тем более в области, которая до последнего времени показывала лучшие результаты в развитии экономики, промышленности и освоения лесных просторов на законных основаниях. Вторая проблема, которая нас крайне волнует, она связана с выборной кампанией. Выборная кампания позволит нам ответить на главный вопрос. Почему не выполняются указы президента и национальный проект? Почему такие низкие темпы развития? Почему сократились неокры и в науку, образование не вкладываются нужные деньги, без чего никакого прорыва в принципе быть не может? Почему народ продолжает нищать, а страна вымирать? За эти 6 месяцев почти 200 тысяч ушло из жизни. У нас сократилось население на 200 тысяч. Вдумайтесь только, что реально происходит. Прежде всего, русские должны предъявить счет этому курсу, этой власти. В 1989 году было 120 миллионов русских. Если так продолжится, в 2024 году будет 98. За этот курс русский, величайший, талантливый, храбрый, достойный народ заплатит 22 миллиона жизней, сопоставимо с Великой Отечественной войной. Мы должны принять экстренные меры. Я не вижу этих мер. Наша программа предложена. Она включает 12 конкретных законов, бюджет развития. Она, по крайней мере, на ее раздел, связанный с агропромышленным комплексом, власть откликнулась. 2,3 триллиона выделяется на устойчивое развитие села. Но при нынешних темпах развития экономики, таких темпов промышленности, этих денег не будет. Нужна новая налоговая политика, которая заставила бы олигархию платить. Вам третий раз повторяю, 3 олигарха за это полугодие грабанули дополнительно 840 миллиардов рублей. Вся программа Путина на 5 лет по развитию науки на 200 миллиардов меньше. Кто им не дает поддержать наш закон о прогрессивной шкале налогов? Кстати, надо нашей олигархии дать инициативу 20 американских миллиардеров, 20, которые сказали, берите с нас больше, иначе неравенство возрастает, средний класс тает, а это пахнет большим катаклизмом. Джозеф Стиглиц недавно опубликовал блестящую статью. Кстати, на Западе она наделала много шума. У нас все обсуждают выборную кампанию на Украине, хоть бы эту статью обсудили.
Он прямо сказал: либерализм мертв, но либеральная политика привезла планету к катастрофе. Продолжение этого курса неизбежно усилит кризис. Или мы добьемся уменьшения влияния денег на политику и борьбы с нищетой и неравенством, или нас всех ждет катастрофа. Это говорит один из самых умнейших людей, которые есть сегодня в западном мире. На мой взгляд, мы обязаны с вами увидеть, почувствовать ту трагедию, которая продолжается в природе. Молчит власть в центральных областях России, в Башкирии. Гибнут тысячами пчелы. У пчеловода была пасека 120 семей, ни одной. Мы вносили закон, он лежит, отказались принимать. Был порядок применения гербицидов, не хотят слушать никого. Был порядок организации и контроля этой работы, никого это не волнует. Было 10 миллионов пчелосемей в стране, сейчас осталось 3, и продолжается массовое уничтожение. Ну, откройте Библию, откройте Коран, откройте «Русскую правду», откройте указ Екатерины, Петра Великого, откройте постановление Владимира Ленина, и вы увидите, что все испокон веков понимали, что пчелы – это 80% продовольствия. Не будет их, и вы подохнете все. Поэтому надо принимать экстренные меры. Но я не вижу соответствующей реакции власти и удивляюсь, что Путин не сделал главный вывод. Я не знаю в истории нашей страны, и не только нашей, случая, когда бы 25 лет вымирала страна, когда бы 10 лет корчилась в кризисе, когда бы 5 лет подряд не нищало население, а правительство сидит как вкопанное, никто его не меняет и не перетряхивает. Вы мне не назовете такого случая. За что и почему мы настаиваем на формировании полноценного правительства народного доверия и усилении контроля? На мой взгляд, абсолютно прав председатель Думы Володин, когда, выступая в статье «Живая Конституция», я ее называю «полуживой Конституцией», вот, предлагает усилить контрольные функции. Мы эту линию будем активно поддерживать. Уважаемые коллеги, сегодня на заседании фракции КПРФ Геннадий Андреевич представил свои оценки итогов работы парламента в прошедшем полугодии. Эти оценки получили полную поддержку наших товарищей. И послезавтра лидер фракции выступит с трибуны Государственной Думы, представив нашу позицию по происходящему и здесь, в стенах парламента, и в стране, и на международной арене. Но вы хорошо знаете, что регламент Государственной Думы ограничен. Поэтому уже сегодня в газетах «Правда» и «Советская Россия» опубликован его материал под названием «Мы обязаны использовать шанс на мирную смену курса». Здесь приводится детальный анализ ситуации, сложившейся в стране, в экономике, в промышленности, в сельском хозяйстве, в финансовой сфере, в социальной сфере, во всех других ключевых отраслях. Статья начинается с того, что здесь приведены и названы основные угрозы, с которыми сталкивается сегодня Россия. Я хотел бы назвать эти угрозы. Это угроза геополитическая, угроза военная, технологическая, санкционная, цифровая и олигархическая. Я хочу подчеркнуть, что по всем позициям, будь то промышленность, где количество создаваемых предприятий меньше, чем количество закрываемых, в социальной ли сфере, где ситуация в связи с пенсионной реформой ухудшается, в демографической ли ситуации по всем параметрам положение дел деградирует. В этой статье анализ текущей ситуации приведен строго в соответствии с нашей предвыборной программой. Нашу партию отличает тот факт, что все, что мы обещали перед выборами, мы не забываем на следующий день после голосования и последовательно выполняем те обещания, которые были даны перед избирателями. Данная статья тоже базируется на наших программных предложениях. Спасибо.